Я всех приветствую. Я предлагаю посмотреть, каким был последний день бабьего лета. Потому что уже с завтрашнего дня во Франции меняется температура, и со вторника уже будут дожди. И такого дня, как сегодня, наверное, уже не будет. Во всяком случае, мне так показалось, что сегодня прощальный день бабьего лета. Кто бы где ни находился, у нас у каждого происходят свои какие-то события. Но здесь вот было так, я хочу, чтобы вы это увидели. Может быть, кому-то это поднимет настроение, может быть, кто-то захочет послушать фортепианную музыку свою любимую. В общем, я всем желаю добра, здоровья и доброй ночи.